ящика в том, что там есть конкретный пол, и есть прорези, по которым работают куклы. То есть вот сейчас мы вам покажем, потому что, в принципе, их вы в России вряд ли увидите, вы можете их увидеть только где-нибудь в Европе. И то, так сказать, в каких-нибудь музеях. Итак, прошу внимания, значит, это называется подделка под рыцарский роман в одной картине. Называется это «Бой Роланда с Сарацином». Далекой от мира земле, под лучами палящего солнца, шел великий Ролан по горячим пескам нескончаемой знойной пустыни. Он один уцелел в неравном бою с сарацинским отрядом неверным. Пали братья его и вассалы, боевые товарищи битвы. Весь изранен Ролан пробирался в родные края, а навстречу ему шел судьбу испытать Ибн Али Шах Амар, сарацинский герой несравненный. Преградил он дорогу Роланду, не уйти никому с той тропы, не уйти от сражения героя. Взгляды воинов сразу слились в молчаливой смертельной угрозе. Оба поняли, лишь один сможет дальше идти, а другой будет вечно лежать на дороге в одинокой и голой пустыне. Стали оба они взывать к небесам, и воинственным кличем к борьбе огласилась пустыня глухая. И схватились они. Звон мечей разрубил тишину сарацинской пустыни великой. Пал великий боец Ибн Али Шах Амар, пораженный Роланда рукой. Будет вечно лежать он в пустыне глухой, будут вороны к Шаху слетаться. Самые сложные куклы в управлении. Есть такой закон. Чем дальше кукла от руки актера, тем сложнее ей работать. Поэтому самая простая считается перчаточная кукла, потому что это сама по себе наша рука. Чем дальше мы отходим от руки, там какие-то приспособления, механизмы, тем сложнее ей управлять. Поэтому сейчас вы посмотрите марионеточный номер. Называется он «Ожидание». А я забыл, извините, предыдущий номер назывался просто «Бегство».
конечно, мало, но если посчитать, сколько мы это делали, то это очень много. Единственное, что я хочу еще сказать, потише сделайте, пожалуйста. Мы с сентября месяца открываем, набираем детей в возрасте от 5 до 10 лет, маленьких, чтобы заниматься музыком, театром, живописью и так далее. Это будет на улице Хрустальной, где-то рядом с трамваем. То есть нам дали помещение. Поэтому если кого-то интересует и подготовительные курсы для поступающих в высшие театральные заведения. Если кому-то нужна наша помощь, пожалуйста, вот здесь вот есть наши визитки, есть наши объявления. Кому надо, пожалуйста, возьмите. Дальше, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы можем ответить. Если нет, то большое спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Нам было очень приятно. Давай. О, он меня ранит.